Число погибших в результате стрельбы в городе Портапик в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 16 человек, кроме мужчины, который открыл огонь. Стрельба продолжалась больше 12 часов в ночь с 18 на 19 апреля и закончилась в 11 часов 40 минут, 18 часов 40 минут по киевскому времени. По данным полиции, огонь открыл 51-летний Габриэл Уортман. Первоначально в полиции сообщали, что стрелка задержали. Все это время за стрелком велась погоня. Количество убитых может быть больше 13 человек. Не всех могли еще обнаружить, отметили в полиции. По данным правоохранителей, среди погибших – стрелок и 23-летняя сотрудница полиции Хайди Стивенсон. Еще один полицейский получил ранение, его госпитализировали. Травмы не угрожают его жизни. На нем была форма, похожая на полицейскую, однако он не был сотрудником правоохранительных органов. Стрелок ехал на машине, которая была похожа на полицейскую, но номера автомобиля отличались от служебных. По информации CBC, человек с именем Габриэл Уортман числится на сайте Общества стоматологов Новой Шотландии. По данным реестра собственности, он владеет стоматологической клиникой и другой недвижимостью в городе Датрмут и тремя объектами недвижимости в Портапике.